Всем привет, дорогие друзья! Как вы уже догадались, по началу ролика сейчас непогода. Находимся мы с вами на Митридате, и давайте попытаемся найти мост. Он где-то там впереди. Нет моста, голограмма. Ну, все-таки есть, вон он просматривается. Температура воздуха на момент съемок плюс 8 градусов, и дождь с самого утра то усиливается, то утихает с переменным успехом. Полетать никакой возможности. И сегодня я решил вам провести экскурсию по улочкам города Керчи. Посмотрим, как можно заехать, как вариант сделать заезд на станцию Керчь-Южная или станцию Керчь-Пассажирская. Но все по порядку. Сейчас на Митридате. Вот она, знаменитая лавочка «Крымский мост», на которой очень много туристов любят фотографироваться. Где белая машина стоит, видите, забором огорожена. Это лестница, знаменитая лестница, 432 ступеньки. Сейчас она на реконструкции. Обелиск славы. Вечный огонь, здесь тоже собираются делать реконструкцию. В общем и целом, это гора Митридат. Лестницу уже реконструируют. Скоро должны начать реконструкцию крепости, с которой мы тоже неоднократно с вами вели съемки. За 120,5 миллионов рублей выставлено на торги, на тендер. И ищут подрядчика. Пока только вот ищут. Но, наверное, найдут и начнут. Сейчас мы возвращаемся с вами по старым улочкам с горы Митридат. Давайте проедем и посмотрим. Вот видите, какой дождь идет. Температура, сказал, время в правом нижнем углу. И можно там найти даже координаты, где мы находимся, посмотреть на карте. Сейчас мы стоим с вами на светофоре на знаменитом уже путепроводе «Шоссе героев Сталинграда». Все, мы его сбоку показывали. А вот он как выглядит на самом деле. Проскочили мы его. Это улица «Шоссе героев Сталинграда». С левой стороны старый путепровод, построенный в 80-х годах. Все его собирались переделывать, даже произвели осмотр комиссии и пришли к выводу, что его нельзя реконструировать, ремонтировать, нужно полностью сносить. Вот он. У меня даже есть видео где-то, как мы с вами ходим по нему, под ним, и смотрим и оцениваем. Выезжаем мы на улицу Буденного, справа район Ворошилова. Сейчас я хочу вам показать, как чисто гипотетически можно было проложить дорогу к разворотной петле. Кто следит давно, все знают, и по карте видно, где находится разворотная петля. Это вот двухполосная дорога в каждом направлении. Четыре полосы всего, видите, разделенные двойной сплошной. С левой стороны вдалеке идет трасса Таврида. Справа, как я уже сказал, район Ворошилова. Здесь в сторону стекольного завода и завода «Альбатрос» ходит 19-й маршрут автобуса. Там конечная. Ну, сейчас мы, вот они, маршрутки, видите, ходят. Сейчас мы увидим. Доезжаем до кольца. По кольцу и налево. Вот он, глупый птиц-голубь, который постоянно лезет под колеса, и на дорогах его немерено лежит. Так, знак «Стоп», останавливаемся, переезжаем железку и заезжаем на индустриальное шоссе. В советские времена здесь, как вы уже знаете, по моим рассказам, а может быть и не по моим, находились завод «Альбатрос» и стекольный завод. Жизнь здесь бурлила, кипела. Посмотрите даже, какую широкую дорогу здесь построили из железобетонных плит. Вот они. Сейчас они еще более-менее пригодны, но уже не то, конечно, состояние. Заводы заброшены, там какие-то мелкие частные фирмы работают. Вот направо поворот, там маршрутка, там конечная 19-го. Здесь еще в комплексе в советские времена еще было ПТУ. Сейчас это колледж, но работает и общежитие стекольного завода с правой стороны. Туда мы еще проедем. Вот он, тупик. И вот если идти прямо, я оставил машину, камеру намочил. Это вот разворотная петля на экране у нас. Совсем недалеко. До нее можно проложить дорогу, здесь реконструировать. И вот вдалеке станция
Керчь пассажирская, верхний Солнечный. На наших экранах дома верхний, нижний Солнечный, там все они вместе за шоссе Героев Сталинграда, если смотреть отсюда. И вот здесь хорошо мы с вами видим, идет строительство. На переднем плане у нас трасса Таврида, идущая с моста и на мост. Теплосеть здесь же проходит. Вот, посмотрите. То мы всегда снимали с вами и видели вот с другой стороны. Мы с вами снимали. А сейчас вот с другой стороны. Погода, видите, какая видимость. Ну и машины на мост, с моста идут, не останавливаясь. Вот он, вокзал. Керчь Южная. Пешеходные переходы здесь. Вот такой чисто гипотетически можно сделать заезд на разворотную петлю. Тем более, я неоднократно говорил, на самом путепроводе разворотной петли там две полосы движения. Можно и достаточно будет по одной полосе сделать в каждую сторону. И будет вот, как мы с вами проехали, шоссе Героев Сталинграда, Побуденного на Индустриальное шоссе. И можно было бы заезжать. Вот она, теплотрасса. Мы видим вот с той стороны, впереди, видите, вон она пошла, теплотрасса, холм. И мы вот с той стороны видим всегда Керчь Южную, новый парк или Керчь Пассажирская. Так, ну а теперь мы вот сели с вами в машину и давайте проедем на станцию Керчь Южная, старый парк. Мы когда сюда ехали, то по правой стороне у нас был поворот, и мы там видели маршрутку. Сейчас мы сюда заедем и там посмотрим, заедем на Керчь Южную, старый парк, посмотрим, есть ли что-нибудь там из техники. Сейчас пока мы возвращаемся. Вот такая была здесь дорога. Еще раз говорю, бурлила жизнь. Ну а сейчас эти два завода сияют пустыми окнами, пустыми глазницами окон. Грандиозные здания. Все это стоит бесхозно и без дел. Будем надеяться, когда-нибудь со временем все это возродится. Конечно, чтобы это все восстановить, денег нужно немереное количество. Вот мы с вами повернули. Стоят маршрутки. Вот здесь конечная остановка 19 маршрута. И с левой стороны находится колледж. Раньше ПТУ, Бурса, как ее назвать правильно. И вот мы проезжаем дальше. Впереди у нас по курсу стекольный завод и Альбатрос. Здесь какие-то еще фирмы занимают какие-то помещения, но в основном все помещения заброшены. Держимся чуть левее. Вот видите, там машины стоят, там что-то еще, какая-то жизнь теплится. И вот по этой бетонке проезжаем прямо, выйдем на станцию Керчь Южная, старый парк. И вот обратите внимание, с левой стороны здание какое. Дорога почти заросла. Ну, хочу вам сказать, дорога еще более-менее в приличном состоянии. Намного лучше, чем дорога за Багерово, где вот был путепровод. Съезжая в Багерово с путепровода, и попадали мы на дорогу, чтобы попасть в саму Багерово, в одну из частей, в северную часть. Там дорога тоже из бетонки была в свое время, но намного хуже. Здесь намного лучше. Вот они, заводские корпуса, посмотрите слева. И впереди, вот видим, мы состоит состав. Это тут проходит железная дорога, станция Керчь Южная, старый парк. Не зря, если сейчас применить модное слово логистика, раньше такого мы не знали, по-моему, логистика, строили заводы, где проходили железнодорожные ветки. Это очень удобно, подвозить материал, вывозить продукцию.
И тут стоит, как мы уже видим с вами, опять пригнали восстановительный поезд. Вот он. Два тепловоза, синего цвета вагоны, Крымская железная дорога. То мы его сверху видели, теперь давайте рассмотрим его вблизи. Симферополь грузовой. Дождь не прекращался ни на минуту, говорил я уже, что он усиливался, то затихал, но все равно шел. Облачно, сильно причем облачно, но вот один железнодорожный кран, там еще один железнодорожный и два тепловоза. Это у нас Керчь, Южная, Старый парк. Когда-то еще здесь ходила пригородный поезд, ходил из Ашинцева в порт Крым. Тоже вот как сейчас ходит с Керчь главный, на Джанкой там тепловоз и два плацкартных вагончика. Ну и здесь вот тоже ходили один или два плацкартных вагончика в свое время. Потом все это отменили. И вот здесь была одна из остановок этого пригородного поезда. Вот стоит. Ну и теперь мы с вами проедем и возвращаемся обратно. Вот такую я вам экскурсию здесь провел. Проехали по городу, посмотрели с горы Митридат на мост. Ну, многие меня просили иногда вот делать так. Вот сегодня проехали мы по погоде с вами, посмотрели на улочки и возвращаемся обратно. Вот они, эти здания. Кому интересно, я не буду рассказывать историю этих двух заводов. Можно прочитать в интернете. Это довольно-таки занимательные статьи. Там я одну из них читал, как это все строилось, как все это развивалось. Ну, а я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Вы посмотрите под музыку вот эти унылые пейзажи. Всего вам хорошего и до новых встреч!